Надену темную. Дети хотя бы не будут, чтобы видеть пятно. Вот. Костыли, мои любимые. Давайте выберем духи на сегодня. И что-то мне нужно подарить Кристине, честно. Ну да. Софита. Вот. Счет. Всем привет! Ой. Короче, ребят, мы уже дома, отлично посидели. Это очень большой bubble tea, наверное, самый большой в городе. И там огромное меню, 75 напитков. У нас сегодня очень снежная погода, но вот сейчас как раз вы все увидите. Я кое-как уговорила маму выбраться сегодня из дома. При том, что в такую погоду, только еще и с костылями. Посмотрим, что из этого получится. Но зато настроение подниму себе. Короче, одеваемся и выходим. Ребята, я приехала, погода у нас просто трэш, у нас снег с дождем. Это Анечка ФМОС, адрес набережная Фонтанки, 40/68. Ребята, я уже пришла, но есть проблема, у меня идут костыли, вот, потому что они очень скользкие, поэтому я сейчас выключаю камеру, пытаюсь подняться без них. Всем пока. Зал очень яркий, тут прям такие. Вообще клевый. Куда без елочки? Ведь скоро Новый год, уже завтра. Ура, ура. Так, вот здесь можно оставить вещи. А вот... Она единственная скользит. Ребят, я реально в шоке. В центре очень тяжело найти такую большую площадь, которую можно использовать для кафе. А тут вот кафе в центре, так оно огромное, очень прикольно оформлено. Ну что, пойдемте смотреть коктейли. Давайте сначала начнем с меню. Покажу, где его можно посмотреть и какие тут есть топпинги. Самые интересные. Обожаю топпинги. Если вам нравятся такие видео, ставим лайк. И пишем комментарии обязательно. Косметичка вообще бомба, да? Ребят, это просто капец. Время 20 минут, просто мы опаздываем. Я должна там быть без 10:09. Короче, камеру не достала. Давай на телефон мы снимать. Мы не успели замотать ногу. Мы не успели замотать ногу, но мы за... Не, надеюсь, тут автобус наш? Наш? Ага, это белый, у нас сейчас должен быть черный. Посадим в машину. Так, дай мне телефон. А где я он? Им скину деньги на такси. А может поближе подъехать даже маленько, нет? Все, уже поздно. Ксюшка, тут вообще капец. Я уже на камеру. Так, куда нам идти? Вообще опасно. Стоишь? Да. Вау. Живая? Ничего, у тебя там дискотека. У-у-у, супер. Присаживайся где-нибудь. Тут даже телек есть. Это наша традиция. И попрыгаем на костылях. Ксюша, тебе помочь? Так, нет. Я застряла тут. Сейчас, во, все, вытащилась. Спасибо. Так, давай, даже, наверное, не духи, наверное, лучше мист какой-нибудь. Ой, смотри-ка, с цитрусом. Цитрус, это у нас... и груша. Ну что, цитрус, это же мандаринчик, это немножко тоже про Новый год. Так, это же мист нужен. Вот, да, прямо вот так, вот туда. Вот прямо вот так. О. Так, тебе чуть-чуть, чтобы у тебя тоже было хорошее Конечно. Настроение. Супер. Твой настрой, Новый год скоро. Самый необычный, наверное, Ксюша, Новый год. Да. Такого у нас еще не было. Так, ну что, сегодня суббота. Если ты дома, тогда до понедельника. Во вторник тоже позанимаемся, в среду. Знаешь что, Ксюша, когда ты будешь сдавать ОГЭ по английскому, я надеюсь, получишь хорошую оценку. Ребята, пиши в комментариях идеи для видео, которые я могу снять лежа или сидя, чтобы никуда не ползать, не ходить. Рыгая. Да, вот. Просто, короче, идеи для видео лежа. Всем пока. Бай-бай.